Я приветствую вас на своем канале. И сегодня я хочу показать, как сделать выкройку для котика-бортика. Кроватку детскую. Что нам понадобится? Бумага для выкройки. Я возьму два листа размера А4. Ножницы, карандаш и линейка. Выкройка у нас будет состоять из нескольких частей. Сначала делаем первую часть, саму голову котика. Отмеряем снизу 10 сантиметров и делаем засечки. По этим засечкам отмеряем 16 сантиметров. Сторону и проводим линию. И от этого края отмеряем примерно 5 сантиметров. Параллельно этой линии проводим еще одну длинную линию длиной 28,5 сантиметров. Дальше проводим здесь, где мы отмерили, где 5 сантиметров, еще одну параллельную линию. Теперь от этой точки, верхней, где мы отмеряли 28,5, крайней линии, аккуратненько рисуем, закругляем ушко нашего котика. Если необходимо, можно стереть стеркой, если не получается с первого раза. Теперь с нашего правого края отмеряем 23 сантиметра. Ставим небольшую засечку. И от этой засечки проводим в сторону, немного под углом вверх, где-то 6,5-7 сантиметров. Можно от руки нарисовать. И от этой точки проводим линию, заканчиваем наше ушко. Вот так вот у нас получилось. Здесь у нас мы отступали 11 сантиметров. Здесь 5 сантиметров. Здесь внизу 10 сантиметров. Здесь примерно 7 сантиметров. И здесь 23 сантиметра. Теперь с правого края снизу отмеряем около 14 сантиметров. Ставим точечку. Будем рисовать носик. В сторону рисуем линию 1,5 сантиметра и вниз 3 сантиметра. Отмечаем и соединяем эти точки. И примерно вниз делаем набросок нашей линии, нашего ротика. Я буду делать улыбающегося котика. Вы можете просто делать прямую линию и прямой ротик, как вам больше нравится.
Вот так вот я закруглила. Здесь вот у нас 1,5 сантиметра. Вниз 3 сантиметра. Теперь рисуем глазик. Вот этой нижней линии отмеряем от нижней линии вверх 6 сантиметров, ставим точку, от боковой 6,5. На этом уровне у нас должна сойтись точечка. Это наш краешек глазика. И либо рисуем от руки наш глазик, закругляем, либо обводим что-нибудь мелкое, кругленькое, подходящее. У меня это скотч маленький. И рисуем реснички. Сбоку до вот этой точки 6,5 сантиметров, до нижней 6 сантиметров. Теперь произвольно рисуем усики где-нибудь, допустим, вот отсюда. Я поставлю так примерно 3 точечки. Сначала рисуем прямой усик. Я делала усы до вот этой вот линии, второй. Вот такие усики у меня получились. Первая часть нашей выкройки готова. Можно ее вырезать. Вот такая у нас часть выкройки получилась. Теперь приступаем ко второй части выкройки. Нам нужно нарисовать квадратик 17 на 17 сантиметров и вырезать его. Срезаем его. Вот так у нас получается. Это нижняя часть
нашего котика. Здесь 17 сантиметров, но это с учетом припуска уже. К котику нужно будет по краям добавлять везде припуск. По всем краям с припуск 1 сантиметр, когда мы будем переводить на ткань. Теперь нужно нарисовать отдельно ушко и носик. Рисуем ушко. Оно у нас будет, высота у него 4 сантиметра. Ставим точки. И основание нашего ушка тоже 4 сантиметра. Проводим линию. И вот к этой точке, которую мы поставили, аккуратненько закругляем наши ушки. И закругляем ушки. Лишнее можно стереть. Чтобы ушко вырезать ровнее, мы посерединке складываем его пополам. И вырезаем. Вот такое у нас ушко получилось. Основание у него 4 сантиметра. И высота тоже 4 сантиметра. Откладываем. И теперь рисуем носик. Он у нас будет 3 сантиметра. Рисуем линию. Вниз посерединке. Отметим засечкой. Вниз откладываем 3 сантиметра и соединяем линии. Получился равнобедренный треугольник. Также его вырезаем. На этом наша выкройка готова. Сейчас я разложу и покажу, что у нас получилось. Длина выкройки получится примерно 41,5, но это с учетом, если прибавить припуск котику. Так вот у нас получилось. Если будут вопросы, можете писать в комментарии. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. В следующем видео я покажу, как сшить бортик котика по этой выкройке. Спасибо за внимание. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. До встречи!